Всем привет! Сегодня мы рассмотрим с вами спортивную модель Casio A163WA, модуль 593. Корпус данной модели хромированный, то есть с течением 3-5 лет он будет постепенно стираться. Вот такая вот толщина. Браслет полностью нержавеющая сталь, причем он легко съемный, его легко поменять на любой другой браслет, либо ремешок соответствующей ширины. По креплению самого браслета, тут легко можно самому подгонять в домашних условиях по руке. То есть это открываете и на такое расстояние подвигаете, которое будет благополучно садиться на вашу руку. Ну и крепится оно вот здесь вот. Раз зацепили и щелчок второй. Вот. Ну, дело привычки. Рассмотрим сам дисплей поближе. Так, ну, кроме времени мы видим число и день недели на английском языке, а также PM означает, что после полудня. После полудня, то есть уже идет обед. Если мы нажмем на вот эту кнопку, то час поменяется на 13:00, то есть формат времени — это кнопка. Вот эта кнопка — это кнопка подсветки. Ну, видите, зеленоватый такой оттенок. В темноте, в принципе, будет хорошо читаться циферблат. Вот. В этой модели есть также будильник и секундомер. Для того, чтобы переключать функции, нажимаем левую нижнюю кнопку, кнопку мод. Это будильник. Это секундомер. И вернулись в режим редактирования нашего времени. Вот мигают секунды. Если я нажму на эту кнопку, они обнулятся. Опять нажимаю кнопку мод, он сохраняет. Но для того, чтобы редактировать, нажимаем кнопку мод до тех пор, пока не начнут мигать секунды. Затем нажимаем вот эту кнопку. Мигают часы. Этой кнопкой мы меняем время. Опять верхнюю левую кнопку один раз мигают минуты. Меняем минуты с правой стороны на кнопку. Опять левую верхнюю кнопку нажимаем. Мигает наш месяц. Он тут сбит. Ой, пролистал. Сейчас январь. Дальше опять эту кнопку. Число мигает. Выставляем наше число. Сегодня 6 января. Так, еще раз на эту кнопку. Мигает день недели. Вот вторник, среда, ну и так далее. Сегодня среда, оставляем правильно. Еще раз на эту кнопку, опять секунды. Для того, чтобы сохранить показания, на левую нижнюю кнопку один раз. Все, выставили наше время верно. Так, по будильнику. Я нажал кнопку мод, перешел в режим будильника. Вот этой кнопкой, если мы ее нажмем, у нас появится значок будильника и значок ежечасного сигнала. То есть каждый час часы будут сигналить. Если еще раз нажму, будильник будет отключен. Еще раз, в режиме будильника нажимаю эту кнопку один раз, появился ежечасный сигнал. Еще раз нажимаю на эту кнопку, появился значок будильника. Это значит, что будильник в 0:01 будет звенеть. Еще раз нажму, значит, еще будет и ежечасный сигнал, и включен будильник. Так, для того, чтобы редактировать, нажимаем верхнюю левую кнопку один раз, мигают часы. Этой кнопкой меняем время. Часы. Еще раз левую верхнюю кнопку. Мигают минуты. Выставляем минуты нашего будильника. Вот. И левую верхнюю кнопку один раз. Все, будильник прозвенит в 4:05. Вот. Ну, вот если мы оставим вот такой значок. Ну, нам не надо это, поэтому я его выключаю. Дальше кнопку мод нажимаю до тех пор, пока не появится ST. Это секундомер. Кнопка старта секундомера. Кнопка стопа секундомера. И вот эта вот кнопка обнуляет наш секундомер. Кроме всего прочего, в данных часах есть водозащита минимальная, water resistant написано. Это означает, что только брызгозащита, то есть защита от дождя и от попадания капель, если вы моете руки. То есть минимальная водозащита присутствует. Купаться, конечно, в этих часах нельзя. Стекло в этой модели пластиковое. На задней крышке, как обычно, маркируется наименование бренда, модуль часов в прямоугольнике, сама модель A163W, Stainless Steel Back, означает, что стальная только задняя крышка, значит корпус — это покрытие. Water Resistant означает, что водозащита
только брызга защита, поскольку цифры рядом никакой нет. Ну и Made in Thailand, сборка Таиланд. Даже есть место для гравировки в том случае, если вы решите нанести какие-то памятные слова. Ну и по всему крышке видно крепление с помощью четырех винтов. Батарейки хватает в среднем на 2-3 года. Меняйте батарейку, часы дальше идут. Гарантия на все модели Casio 12 месяцев на механизм. Спасибо за внимание, будьте счастливы и здоровы!